Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется видео по танкам. Хотите абсолютно ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, ссылочка на второй канал есть в описании. Ну а в этом коротком видео я сейчас планирую закрыть квест, в котором золото срабатывает дважды, забрать себе мистический сертификат и, соответственно, откроем этот мистик. Я сейчас на прямой трансляции, которая длится уже более 7 часов, подходит к 8 часу. Ну и, ребят, сейчас на моих часах 3 часа ночи. Вот так вот, ребят, мы засиделись, и именно в пределах этой прямой трансляции я максимально обналичивал свои бустеры, ну и не без помощи, конечно же, спонсоров в том числе. В этом квестике набрал 9993 золотых монеты. Поэтому даже если я сейчас на десяточке проиграю, то в любом случае я заберу этот мистический сертификат. Ну что, погнали, попытаемся, конечно, выиграть, ну а там видно будет. Ну что, ребят, поехали зарабатывать мистический сертификатик. Сейчас попытаемся чего-нибудь годненького сделать. Напишите, кстати, в комментариях по поводу того, что у вас получилось в этом квесте. Проходили вы его, не проходили? Забрали ли вы себе этот ключик отпечаток пальца? Поговаривают, что этот ключик пригодится в будущем для чего-то годного. Для чего конкретно, никто не знает. Разработчики, как обычно, все скрывают от нас. Но у меня есть подозрение, что он действительно нужен будет для чего-то нормального. По одной простой причине, потому что обратил внимание, что сумма, которую можно получить, продавая его, составляет всего 404 серебряных монетки. И параллельно с тем 404 это код ошибки, если я правильно помню. Поэтому, скорее всего, будет еще что-то, для чего этот ключик может понадобиться. Поэтому, если вдруг вы его все-таки получили, ребят, не продавайте его. Если вы его случайно продали, напишите в центр поддержки пользователей, чтобы они вам вернули его обратно. Объясните, что вы сделали это случайно и не хотели этого делать по факту. Ну и, соответственно, лучше приберегите. 404 серебряных монеты можно заработать, я не знаю, в чем. Да в чем угодно, в принципе. Играя даже, по-моему, на танках первого уровня, и то можно заработать такое количество серебра. А вот потерять потенциальную выгоду, которая может быть в будущем, это гораздо более неприятно. Поэтому не растрачивайте этот ключик. Ну и, соответственно, еще, ребят, меня интересует, кто из вас какой квест получил, потому что вообще есть 3 квеста. Мне попался самый легкий, слава богу, в котором необходимо собрать всего 10 тысяч голды в копилку, для того, чтобы можно было забрать все награды. А есть ребята, которые получили квесты на 50 тысяч золота и на 100 тысяч голды. Вот меня интересует статистика игроков, сколько игроков, каких квестов получили, будет интересно почитать, поэтому пишите в комментариях обязательно, с удовольствием почитаю. Ну а в данном случае очень классная победа, которая мне понравилась. Ну и самое главное, я получил за бустер, который использовал, 20 золотых монеточек. Ну и, соответственно, ребят, я забираю сейчас мистический сертификат, который вместе с вами откроем. Очень надеюсь, что оттуда выпадет что-то, чего у меня нет. Ну или хотя бы коллекционная тачка, а не премиумная, чтобы можно было получить себе золото, а не серебро. А то, получается, зря мучился. Ну что, забираем. Ну и погнали, ребят, открывать. Держим пальцы крестиком. Ребята на прямой трансляции, надеюсь, тоже со мной морально. Поехали. Посмотрим, что сейчас из мистического сертификата выпадет. Вообще, по мистику у меня здесь ряда танков нет. Но не так уж и много. Открываем. Дай коллекционку десятков. Ну, давай. Эх, блин, не десятка, но 3750 голды за ВК-168-01П. Не зря потел, не зря страдал. Дополнительная года в копилку однозначно будет кстати. Пошел дальше к ребятам на прямую трансляцию. Ну а вы приходите тоже на прямые трансляции, всегда всех рады видеть. Здесь всегда классная, приятная, душевная атмосфера. Есть с кем поболтать, посмеяться, пошутить, поделиться анекдотами. Ну и в целом качественно провести свое свободное время. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.